такси приехало. Такси на Дубровку вызывали. Такси на Дубровку вызывали. Я снимаю. Ну потому что я звал вас, а вы... Человек. Так, уплотняемся, еще 8 человек. Вдохнули. Вдохнули. Опа. Вдохнуть, не дышать. Не дышим. О, это было больно. Я слышал тот сюрприз, который обещали, что вы энергодар так. Тут еще на баяне можно. Да, и танцевать. Вот это автомобиль, а! Так, давай, давай. Главное, через полицейский пост нельзя ехать. Так, оденьте маски. Да. Кстати, ребята, помните, что карантин, соблюдайте дистанцию. Да. Вакцина нулевка, да? Да, у вас есть станционный автобус. Thank you.
вот она. По-моему, еще много места, потому что качает. Я думаю, это солярий. Потеряли? Катапультируемся. Да. Да, вот вылазить. Мы в прошлый-то раз удивили там на берегу. Они говорят, еще выходят. Да сколько вас там? Представляю сейчас. Коровки, село. Лево гребем, лево гребем. Так, теперь самое интересное начинается. Машина. Ласточка. О боже мой. Я свободен. Спокойно, наслаждаются. Сейчас будут, наслаждаться. О. А здесь муравьи какие-то. Что, мастер? Кто тут? Сейчас тебе инструктор скажет. Идеальный завтрак.
повезло одно. Давай, наверное, желтое одинаковое. Все, готовы? Догоняйте, если скоро. Конечно. Да максимально уже поехали. Уходим так. Уходим так. Надо, Федь, надо. Вот вы и выпадаете. Все, мы спасибо за ее запах. А мы тут первый день проплывали. Мы, правда, на байдарке были. Приходилось лазить и остаскивать, потому что раф что-то нормально шло. Не, мы тоже застряли. Мы еле-еле пробыли. Где команда сейчас? Там мы сами как команда уже. Опытные, опытные. Все так слушают. Так, левый вперед. Сейчас все перевернемся. Так, что налево?
начнется жара. Не туда пошли, наверное, да? Надо было на ту сторону. Смотри, чтобы вправо не упали. Купается, это не женщина, это падает. Какая рыбалка вокруг одни рафты. Рыбу распугали. Поделить нормально. Ой. Да.